Доброе утро, день, вечер, ночь. Мы продолжаем. Ну, со второй армии Тэхан Хауина этого я постоянно туплю, его постоянно выносит к чертовой бабушке. Ну, это как бы на наше прохождение не сильно влияет, я думаю. Нашим накаем, потому что все прочие места сейчас. То есть здесь у эльфов осталось всего ничего. Фас. Беспокоят, конечно, меня эти товарищи. Но они скорее больше проблемы для яйца, чем для меня, но. Ой. Это они же, да? Ёб твою. И что я думаю? Наверное, я... Проведу-ка я квестовую битву. Вот эту вот. Как раз получим 30-й левел. Там должны к ним подойти какие-то подкрепления. Что у нас имеется? Полный набор крексигуров и 3 монстрюка. 4 даже, да. Плюс вызовные монстры. 3 раза мы можем детей хладнокровные вызвать. И 5 разордона. У нас есть еще неуязвимость и несокрушимость. Интересно. Да, у нас проблема будет с пушкой, поэтому как можно быстрее на вызывные отряды должны ее громить. Накай готовится дать бой среди промозглых топий Альбиона. Его древним сознанием. Че ты убрал, слышь? Падла. Ну, короче, там, панты. Кстати, в прохождении написал как Накай. Ай, Накай. Ну, вот написано Накай, Накай, какая разница. И людоящер неплохо пока. Ой, у светлых, наверное, все чуть-чуть похуже. Но вот людоящеры, гномы, темные эльфы, да, могут. Здесь древняя сила, моя твоя понимать. Земля Альбиона. Накай чует. Накай помнит. Накай какает. Ну, вон она, пушка эта дрянная. Демонское отродье хочет артефакт. Вот и я смотрю, многословен. Другие генералы болтливы. Все. Это красавелла вообще. Победите армию хаоса. Да? Ну давай. Я так понимаю, к ним сейчас подмог пойдет. Так, я хочу... Где у них пушка-то? Вот она. Отвлекаем. Так, давайте-ка мы... вперед. Потери нам не помеха, потому что я все равно пару отрядов буду убирать. Нет, подожди. Вот. Ну куда-нибудь ты выстрели, придурок.
Ну вот, эта адская пушка, это дрянь, конечно, конченая. По ней надо херачить, я думаю. Вот. Подкрепления идут, конечно. Подкрепления. Так. Так, нужно, конечно, их валить. Как можно быстрее, иначе подкрепление нам... Все изгадит. Так, у них пошли подкрепление. Да ё-моё. Одному отряду можем валить эту хрень, да? Ну-ка давай-ка ты тоже в бой иди, я что-то я сам пропустил тебя. Давай хоть кого-нибудь атакуй. Ну чисто за счет грубой физической силы я их. Ну а что еще с ним делать, я хер знаю. Как еще тут? Давай, 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 ломай их. Ну давай, давай, вали их нахер. Да, тупо за счет просто грубой физической силы. Избранные, избранные серьезные ребята, да. Что правда, то правда. Вы бежите или чё? О, победа. Ну, я так и думал, что с ними будет так. Пришли не Норска, а просто еще подмога, да? Но оказалось, всё не так страшно. Ну что ж, разгромили мы хаос. В принципе, по большому счету, вы можете активно против хаоса. А давай бабки. Громоподобный древний стегадон доступен. Уничтожитель люстры, жутизавр, отлично. Опыт и осколок Окхэма. Предварительное расследование было. Все, победка. Так.
освободим пару мест нам. Давай вот так вот. И у нас 5 таких. 8 таких товарищей. Ну хорошо, тогда у нас будет... Получается, у нас 3 завра будет, да? А что, между ним какие отличия? Да практически никаких, да? Ну ладно, пофиг. Еще один завар. Да. Я вот это хотел. Так, может быть, стагодоны. Вот. Для наших завров. Да? Ну давай. Ладно, пока ставим как есть. Слушай, ты заколебал меня уже, иди нахрен от меня. Тебе конец и все. Так, этим всем конец. Эти когда-нибудь дожрут? Ну, дожрут, наверное. Уже без меня. Так. Давай договор о ненападении. Не хочешь? А то мне неохота с тобой возиться. Вот. Есть вероятность, что не нападешь. Так. Ладно, хорошо, оставим пока как есть. Да, этот, который недалеко стреляет. Но мощно. Не могу понять, в чем разница.
Ну, в смысле, я понимаю, что чуть-чуть, что-то там побольше. А почему урон от выстрелов меньше? Не понимаю. Ладно. Какая-то способность, что ли? Поддержка у нее способность, что ли, какая-то? И вокруг себя какую-то хрень с минус дисциплины. А, ну пара способностей. Пассивная активность, что ли, какая-то. Ладно, там видно будет. Что-то, мне кажется, не надо туда подходить, чтобы чуму не болеть, как говорится. Да. Вот они все опять здесь, да? Здесь все турбо и так далее. Черт. Я чё вот думаю, мне надо что-нибудь другое сделать. И мне надо... Опять ты. Снова здорово. И я чё подумал? Ладно, сейчас соображу. Значит, всех этих обратно туда. А сами мы проведем теперь вот эту битву. Да. Поехали. Возьмем. Чили флеш мясорез. Кстати, лорд Крок, вот после него последовали, например, у Идермейстера 4 особых охотника, да? На них квесты. Это развитие лорд вот этой Крок, линии. Бесценный союзник для тех, кто да-да-да. Служит великому клану. Однако его мощам угрожает опасность. Скавина уже близко на Кай. Приготовьтесь. Силовое поле отчасти защищает Крока, но во время пробуждения он уязвим. Вы должны защищать его, пока он не проснется окончательно. И вот дополнение, которое вышло для... Ну, не для всех, Готрек и Феликс, это из той же оперы. То есть они идут по пути каких-то особых лордов, там что-то такое. То есть ты уверен, что ты сможешь меня победить, да? Хорош ты стрелять в него вообще. Туда, вперед давай. Так, давай-ка ты.
нашли на кого напасть. Ладно, давай назад, короче. Будет проблема с их подкреплениями. Вот там жесткие подкрепления из стрелков. Вот то, что я говорил про империю. То, что вот не хватает пехоты, да? Не дали никакой пехоты. Ну, вообще мало чего дали. Хорошо, против чудовищ, конечно, охотники. Но вот повозки не знаю. Только как-то с маркирами. И... А вот с Кавином дали все, что нужно. У них не хватало уже как стрелков, да? Им дали стрелков. Причем очень замечательных стрелков. Особенностные периоды. Ну давай. Ладно, выждали. Можно идти вперед. Да ладно, 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 давай вперед. Потому что мне кажется, мое вот это сидение — это бесполезная вещь. Надо их разбить поскорее. Сейчас к ним подойдут подкрепления, и они начнут меня гасить конкретно. Давайте убейте его лорда. Черефош этот. Черефош. Да, чумные монахи, как всегда, держатся. Убейте его, убейте. Иди нахер отседова. Так, давай, выдвигайся. А, у тебя неистовство, господи. Надо наступать, не вижу смысла отсиживаться. По опыту предыдущих битв могу сказать, что здесь надо поскорей загасить их. Давай, давай, гаси, гаси. Так, это кто у нас? А, клана крыс обычно.
нашел, по кому магии лупить. Давайте на их шеф нападайте. А вот и стрелки идут, вот эти мощные. Да убейте вы его! Тень господства какая-то, обоссань какая-то. Так, колесо нахрен убивать надо. Как говорится, несмотря на какие потери, я их всех уничтожу. Надо гасить, 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 гасить. Давайте, 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 давайте. Вперед, 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 вперед. Ладно, раз уж такие дела. Давай, 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 давай. Стрелки вот эти вот, 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 гасить их надо нахер. Иначе они сейчас деву понаделают. Давай, 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 уничтожаем стрелков, уничтожайте стрелков. Так, вот и подкрепление. Давай, добивай стрелков. Я уж просто по опыту. Пару убийц этих у меня вроде было. Да, у меня же есть прохождение. Помню, что было. И там, кажется, я отсиживался. Ничего хорошего в этом не было. Да. Надо гасить всю эту дрянь. Ну, давай, 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 прогони их всех. Так, где у меня тут, что находится-то? Так, где? Понятно, победа. А то бы, если бы я дал стрелкам этим развернуться, они бы все армии, все бы силы всей армии собрали бы в кулак. Стрелками мне бы завалили что-нибудь. Если уж у меня такие потери, если их по отдельности бил, то когда их больше за раз, это было бы критично. Ну, как и собирались, все квестовые битвы мы прошли, кроме по самой последней. Так, а что я хотел тогда сделать? А я хотел вот это сделать. Хотя нет, а зачем? Я просто тогда... Я просто соединю и все.
тебе присоединю к... Да. К Накаю, все, все дела. Ты у нас что-то там совсем крутой, да? Пас-бросок для лорда. Сопротивление магии для... Тоже для армии всей. Так, вот скорость восполнения потерь. Свойство ужасающий вид против хаоса и норски вообще отлично. Так, берем. И что у нас есть? Все тебе, наверное. А, вот еще дисциплин плюс 10 армия дерва. Вот, 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 вот. Ну это имба вещь вообще. Он круче любой вот этой штуковины, которую вы получаете. Так, что касается брони. Что касается брони. Я вот у тебя заберу. Ой, что тут много всего. Сикал, сикал. Так, что мне еще доступно? А мне все доступно. Ну, пока так оставлю. Саутек Кикулю. Кикулю, Кикулю. Ну так нападайте на него, чего вы ждете-то? Блин, куда ж тебя деть-то? А, ну ладно. Да что ж такое-то, а? Еще один воитель херов. Ну ладно, так и быть. Если тебе жить надоело, то... Ой, а что это такое произошло там? Кто-то кого-то взорвал? Разрушил? Ты вот эти придурки, что ли, там? Устья Курвезы? Или Курвезы? Блин, пойду-ка я нахрен от вас. Сюда. Давай за ним. В одиночку ты дохнешь все время. Нам бы вот это захватить бы. Да, по итогам, конечно, этого прохождения я пришел к выводу, что лучший вариант, конечно, этих ребят с собой таскать всех.
Так. Морфис! Морфис, Морфис. Поблизости их держать. Так. Ну давай. Ой. Ну ты же понял. Так, ну да, жуткие завы, жуткие завы. Ну, я про них забыл, они себе о себе напомнили. Ну ладно. Неужели мне придется теперь туда армию тащить? Да что ж такое-то? Ну, твари какие-то вообще тупые. Скотина такая, а? Ой, ё-мо, и эти туда же. Ёб вашу мать, а? Ладно, мы с тобой мир заключим. А что касается... Ёб твою мать. Ну, я думаю, на этом я... серию закончу, все будет затять. Ну что ж, на этом серию я закончу. Всем спасибо, пока.